Приветствую вас, дорогие друзья, все на канале. Сегодня на обзоре у нас ручная дисковая пила Патриот серии Профессионал. Мощностью 1,5 кВт. Со штатным диском 185 мм. Глубиной реза 65 мм. Толщина зуба 2 мм. Толщина диска самого 1,2 мм. Сама пила нелегкая, в районе 5 кг. Корпус выполнен из хорошего пластика, прорезиненные рукоятки. Сверху дополнительная рукоятка для удержания пилы в продольном пилении, очень удобно. На борту лазерный прицел дальномерный. Помогает при распиловке. Ну, хотя бы примерно. Алюминиевая регулируемая подошва. Регулируется в положении как в верхнем уменьшение высоты пропила реза, так и под наклоном от 90 до 45 градусов. Как повторюсь, пила очень тяжелая и мощная. У меня она года 3 уже в использовании. Из них года 2 она у меня находилась в стационарном самодельном столе распиловочном. И свою работу выполняла очень хорошо. Сейчас я ее включу. Послушайте, как она работает. Запускается пила плавно, без рывков. Немного шумновато, но как бы 1,5 кВт. Значит, для замены диска имеется стопор, который блокирует вал, удерживает, и можно менять диск. Откручивать вот эти гайки и заменять. По поводу щеток, еще я его не разбирал даже, эту пилу. Вот она у меня, но она в таком хорошем режиме у меня работала. Здесь дополнительные отверстия делал для установки в стол. Ну, вот так как обзавелся стационарным станком заводским, то эта пила у меня уже работает без стола, просто как торцовка ручная. Где-то на выезд с собой удобно ее брать. За счет вот этих ручек очень удобно ей пилить. В комплекте еще идет линейка упор. К сожалению, сейчас я ее не найду. Где-то уже она у меня, эта линейка, на месте лежит. Значит, вот так поднимается на такую высоту. Поднимается площадка. Можно регулировать без проблем. Больше, меньше. Хоть на сантиметр, хоть на пол сантиметра. За время эксплуатации никаких косяков заводских я не обнаружил. Единственная регулировка наклона — отломался этот заводской барашек. Я просто
не пользовался практически врезом под углом и заглушил, поставил просто винтик с гаечкой. Сейчас, ребята, угольничком. Угольничком прикинем параллельность диска. Как так, ребята, сейчас поставлю, чтобы вам было видно. Параллельности тут уже, конечно, никакой нету. Хотя сейчас попробую. Сейчас попробуем, друзья, выровнять. Давно уже не занимался этой пилой. Честно говоря, уже и не помню, когда последний раз я ей пользовался. Ибо блокет-декер у меня сейчас в домашнем использовании. Так, ага. Ну, все в порядке, ребята. Все, ребята, в порядке, то я уже распереживался. Я помню, что я ее выставлял в ноль. Все отлично. Так, друзья, вот, чтобы вам было видно. Надеюсь, что видно. Сейчас я с той стороны подсвечу лампой. Господи. Так, ребята, когда манипуляции производятся какие-нибудь, старайтесь. Ну вот он. Зазор, ребята. Вот, ребята, этот зазор равномерный по всей высоте. То есть я бы сказал, что платформа выставляется идеально практически. Там, может, какие-то дольки, но они такие не критичные. Особенно если вы настройку берете пилу, то это строительный инструмент. Вот. Ну, сами все видите прекрасно. Ну, это я еще так на скорую руку, ребята, подстроил. Можно ее там выровнять вообще в идеал. Ну, если вам это как бы требуется такая обработка древесины там, чтобы уж супер-пупер было. Еще момент такой, ставил я на нее диск сторонней фирмы с большим количеством зубов и
более широким зубом. Там был зуб 2,4, по-моему, миллиметра. Какой-то российский диск, я уж не помню. Сейчас, кстати, посмотрю, может, я найду его. А, вот он, друзья, диск. И вот этот диск я ставил. Спецстройинструмент, по-моему, или как он там называется. Я уже точно не помню. Да, вот. Зуб у него. А, ну да, зуб у него 2,2. 2,2 миллиметра. Немножко больше, чем в штатном. Вот. Но за счет того, что их больше, количество их 54, посадочное тоже 30, рез намного чище. Этот диск, по-моему, толще сам по себе. Сейчас скажу вам, друзья, да. 1,6, 1,7 миллиметра. Он толще и намного больше отходов в этом диске, с этого диска. И... Но рез чище, намного чище. Он у меня практически даже не затупился, он еще до сих пор рабочий и острый. Но продольный рез я, если какая-то некачественная отделка надо, я пилю этим диском. То есть он намного быстрее пилит и... Ну, он быстрее пилит намного. То есть с этим стройинструментовским диском падает скорость, но частота реза увеличивается, рез намного чище. Что еще по этой пиле хотел добавить? Характерный был запах. Пластмассы первое время. Очень сильный запах был пластмассы. Но потом запах этот пропал вообще. То есть, я вам скажу, пилой я этой очень доволен был в свое время. В принципе, и сейчас я ей очень доволен. Но я ей сейчас практически не пользуюсь. Она у меня как запасной вариант такой вот. В общем, ребята, кто не знаком с техникой, с инструментом Патриот, то как бы Китай, но хороший Китай. То есть я как бы доволен и могу даже порекомендовать, если в стол хотите ставить, финансы как бы если поджимают, то вполне себе приличный вариант. Цена на нее, конечно, не слабая на это, если они еще продаются, но она того стоит, ребята. Ходит она хорошо очень. Ну вот, ребята, на этой позитивной ноте хотелось бы закончить это видео. Кто еще не подписывался на мой канал, подписывайтесь, ставьте свои оценки, комментируйте, пообщаемся. Всем пока, ребята. Увидимся в следующем видео.